Зона дыхания человека 2,5 метра от земли. А надышаться можно много чем. Например, бензопиреном. Кстати, из-за него мы и попали в антирейтинг. В Минприроды республики пояснили, что Хакасия вошла в него лишь из-за 2 городов – Абакана и Черногорска. Там экологи проводили пробы воздуха и замеряли концентрацию в нем гадостей. Причины простые – много авто и их изношенность, малые котельные, печное отопление и угледобывающие предприятия. Выходы из ситуации надзорники видят, но, по мнению энергетиков, они утопические, баснословно дорогие. Основные мероприятия, которые могут повлиять на снижение загрязнения атмосферного воздуха, это у нас переключение котельной города Абакана и Черногорска к Абаканской ТЭЦ. Идеальный вариант, конечно, это газификация региона, чтобы нам помогло наше котловине.